настроение партнерам, придает настроение тренерам и, конечно, комментаторам. И вот Гурмистров тоже здесь. Но кроме него Подберезкин и Агеев. То есть двойная замена у одних и двойная замена у других. Так что запасных мы напомнили не случайно. Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров. Эвелин Попов. Роман отправляется отдыхать. И, насколько я понимаю, Ибрагим Салаков. И можно пробить. Вот как раз удар Мишкича. Быкова не так уж много голов, поэтому не очень легко воскресить в памяти. Но он еще и необычный. И Рыков. Нет. Просто в прошлом сезоне несколько, в целом, я думаю, что перспективы у этого все равно есть. Нобоа технично играет Кристиан Нобоа, теряет мяч Мишки. Помешает. Может быть, вот тот самый стык был с последствиями. А здесь Нобоа. И тоже в прошлом сезоне. Великолепный пас от Нобоа на Бурми. Дачу своему, а лучше всего вперед. То есть эта статистика разбивалась на несколько категорий. Поскольку Бурмистров атакующий игрок, то передача вперед обязательно. И вот он с мячом. У него подачи невероятно опасные могут быть. Это тоже к таковой относится. Разыгрывает мяч с Маргасовым. Тут много свободного места у Тимофея. Навес на дальнюю штангу. Скидка в центр. Классика. Но кто же пробьет? Вот только сейчас и мяч. И вот он с мячом. Юсупов. Артур пасует на Нобо. 4 в 4. Кристиан играет. Еще отметить, что вот по юношам-то не все турниры проводились в последний год. Это во-первых. Больше про молодежную, про юношескую. Там бы закрепиться. Алвен. Его сразу втроем принимают, без нарушения правил. И тут же передача Кристиану Нобоа. Движение начинается с паса. Забитых мячей в Тинькофф российской премьер-лиги вообще в карьере. Подача. Мяч попадает в руку. Мяч попадает в руку. И Кирилл Левников явно рассмотрит этот эпизод. Тем более, что помощник главного арбитра поднял флажок, как мне показалось. Еще одна подача Нобоа. Рекомендует ему назначить пенальти. Ему нужно убедиться в том, что это фол, а это пахнет обязательно нужно рассматривать дополнительно. Даже если он кажется очевидным. И Ашет. И когда футболист прыгает, он, ну, как бы его тело в данном случае там в это время готовится замена. И это пенальти, да. Значит, мы правильно разобрали эпизод. Иврук будет бить пенальти. Стандартное положение. Нобоа, удар. Ох, как это было рискованно, но это все равно гол. Кристиан Нобоа записывает свой 34-й балл по системе гол плюс пас за Сочи. Про для Велеса. Ну, Велес, он был... Насколько я знаю, у него есть какая-то травма плеча хроническая, которую приходится лечить очень, очень долго и кропотливо. Я думаю, что у Джан-Пьеро Гасперини он бы точно забивал очень много. Это точно. Как в Колобках. Или что-то случилось. Мои передачи на все того же Никиту. Бурмистров мягко забрасывает на Кристиана Нобоа. Того успели перепрыгнуть. Были такие. Варец возникает тут и отбирает мяч. Кирилл Левников завершает этот матч